Высоцкий о России, о русском народе. Песня написана им 40 лет назад, но каждое слово и теперь отдается болью, и каждое слово о современной России. Что за добрый день, погружен во мрак, на синие реки продутых ветра, семи окнами обратясь во мрак, оборотами на проезжий трак. О, густом я устал, от лошадок распрят. Эй, живой кто-нибудь, выходи под сами, никого только тень. Промелькнула в стене, на стервятник спустился и сузил груди, и вдруг заходишь как. Пусть свет в окно.